что ты на линии не часто. Веку можно тихо. Приветствуем всех на нашем канале. Продолжается у нас первенство CLF Kids. И на очереди у нас матч команды Orange 2 и Строитель 13. Играют футболисты 11, 12, 13 годов рождения. Команда Orange 2 находится на второй строчке в активе команды. 25 очков после 10 игр. Ну а команда Строитель занимает 4 место и в активе 4 балла. Команды между собой играли уже в первом круге. И в первом туре со счетом 9-2 победила команда Orange. Ну и также эти команды играли между собой дважды в июне и 5-1. Тогда также победила команда Orange. Собственно, посмотрим, как пошла пауза для этих команд. В июле футболисты не играли, возможно, тренировались. И посмотрим. У нас в атаке Orange и первая голевая атака была к успеху. Команда Orange представлена в следующем составе: Гумиров 3, Сафин 5, Ярулин 9, Худайкулов 11, Киямов 16, Талипов 17, Цыденьков 22, Букаров 30, Павлов 44, Селин 45. Команда «Строитель» представлена в следующем составе. Ворота в первом периоде, в первом тайме защищает Юнусов. Также полевые — Тихонов, 57-й. Загайнов, 7-й. Максимов, 38-й. Газетдинов, 2-й. Галиев, 34-й. Гатаулин, 10-й. Холкин, 5-й. Юмангулов, 7-й. В атаке у нас команда Orange играет в черной форме, черно-оранжевой традиционной для себя, команда Строитель в синей форме. Арбитр матча — Даниил Сотников, комментирует матч Гоголев Андрей.
аут будут сбрасывать футболисты строители. Это может быть опасно. Перехват не состоялся. От ворот разыгрывают футболисты строителя. Строитель сейчас обороняется, больше владеет мячом футболисты оранжа, больше атакуют, так сказать. Ну, видно то, что по турнирной таблице большие задачи на попадание, завоевание высокого результата у команды оранж. Ну, строитель также решает отдельные задачи. Возможно, наигрывает состав футболисты строителя, так как участвует команда младше своих сверстников. Ну и опыт приходит, играя с сильными соперниками. Оранж простреливает. Первый на мяче защитник строителя. Аут будут бросать футболисты оранжа. Шаехов. Начинает атаку футболисты строителя. Хороший пас на правый фланг сейчас. Да, проходит передача, но здесь вы знаете, это очень круто. Это круто. Молодцы, строитель. Как на тренировке забивает футболисты гол. Смотрим, как это было. И блестящий игрок без номера забивает гол. Сейчас мы узнаем, кто это забил, автор гола. Рябченко отличился за строитель в этом голевом эпизоде. Тем интереснее будет матч. Сегодня
состоялась игра между командой Orange 1 и КамАЗ, где команда Orange 1 уверенно победила 7-2 и набрала очередные 3 очка и ненамного оттянулась от команды Orange. До этой игры посмотрим за этой атакой, но здесь молодца Юнусов уверенно играет и в 100% голевом моменте спасает свою команду. Ну так вот, до начала этого игрового дня 3 очка разницы составляла между командой Orange 1 и Orange 2. Именно эти команды разыграют первую строчку. Но на текущий момент разница составляет уже 6 очков. И команде Orange 2 нужно побеждать в этой игре, чтобы интрига первого места сохранялась. Штрафной фиксирует арбитр, будет разыграли штрафной футболисты строителя, но мяч перекочевал команде Orange. Аут будут вбрасывать футболисты Orange. Опасно? Нет. Подстраховали нападающие строителя. Здесь выход 1-1. Как же так? Нерасторопная атака продолжается. Все в пределах правил. И мяч добрался до голкипера Оранжа. Строитель огрызается и опасный прострел. Аут будут бросать футболисты строителя. Штрафную. Подача. Оранж забирает мяч. Нет. Мяч на половине поля строителя. Но здесь нежелательно так ошибаться. Все-таки команда выигрывает. И обидно будет пропускать после досадных ошибок. В атаке Orange. Финдил тут 9 номер. Вновь мяч достается 9 номеру. Строитель начинает свою атаку. Пытается развить атаку строитель левым флангом. Денис,
Аут. Довольно-таки опасный вводит команда Оранж. И обошлось сейчас для вратаря Юнусова. Но мяч по-прежнему у команды Оранж. Угловой будут подавать футболисты Оранж 2. Навес. И мяч попадает во внешнюю сетку ворот. Оранж перебрасывает вратаря, но нет. Мяч достается команде «Строитель», и через вратаря Юнусов подхватывает мяч. Вперед, вперед, подсказывает тренер. И хороший перевод на правый фланг, но тут не успевает. Седьмой номер за мячом, и отворот будет разыгрывать футболисты Оранжа. Посмотрим, чем ответит Оранж. Но неточная передача, и мяч покидает игровую зону. Правым флангом атака. Мяч в центре. Перевод на правый фланг. Аут будут бросать футболисты Оранжа. Перевод. Первым на мяче футболист Оранжа. Удар по воротам и с убойной позиции сравнивает счет у нас команда Оранж. Отличился 17 номер Талипов. Смотрим, как это было. Заслужили футболисты гол. Наиграли, так сказать. Ну, здесь хорошую передачу отметим защитника «Строителя». И Талипов с убойной позиции нанес этот голевой удар. Юнусов здесь ничем не смог бы помочь, поэтому винить его здесь не стоит. Здесь жесткий стык. Продолжает наседать команда Оранж. Но здесь повнимательнее надо футболистам «Строителя», и вот наказывает сейчас футболисты Оранжа своих оппонентов. Счет у нас становится 2-1. Отличился у нас 11 номер. Это Худайкулов. Ну, в паузе посмотрим, как это было. Остается играть 5 минут в первом тайме. Первыми открыли счет футболисты «Строителя». Рябченко открыл
счет в этом матче. Шикарную голевую. Шикарный гол забили футболисты строителя. Посмотрите обязательно этот гол. Все по-взрослому. Ну, затем черед голов наступил за команду, за командой Оранж. Талипов и Худайкулов отличились и вывели свою команду вперед. Оранж атакует, но здесь на выходе хорошо сыграл Юнусов. Ваут ушел мяч. Аут бросает на Оранж, первым на мяче. Юнусов забирает мяч, начинает атаку через защитника. Те, в свою очередь, прямолинейно пытаются развить атаку, но тут как тут футболисты Оранжа пытаются перехватить мяч, что, собственно, им это удается. И вновь на выходе хорошо. Угловой будут подавать футболисты Оранжа. Навес. И на этот прострел у нас закончился первый тайм. Увидимся через небольшое время. Закончился у нас перерыв. Продолжается у нас игра между командой Orange 2 и Строитель 13 в рамках первенства CLF Kids среди 11, 12, 13 годов рождения. 5 команд участвуют в этом турнире. На первом месте закрепилась команда Orange 1. На втором команда Orange 2, которая сейчас на площадке играет в темно-оранжевой форме. На третьем месте КамАЗ. И на четвертом команда Строитель. Открыли первыми счет футболисты в синей форме. Включился Рябченко. Ну и затем черед голов наступил. Команде Оранж отличился Талипов и Худайкулов. Собственно, команда находится на второй строчке и борется за первое место со своей второй командой, поэтому очки нужны этой команде, и они борются и подтверждают свое лидерство игрой и результатами. В первом круге эти команды играли между собой, и
первом матче команда «Оранж» крупно переиграла 14-2 команду «Строитель», а во второй игре счет был 4-1, а 5-1. В третьей игре также команда лидирует, но уже более скромным счетом. Какой счет будет по итогу, мы узнаем через 23 минуты. По 25 играют команды по регламенту на этом турнире. Опасно. От ворот разыгрывают футболисты «Строителя». Неплохо смотрелась команда в первом тайме, но здесь вот очень опасно и играли футболисты «Оранжа», и замена у нас в составе команды «Строитель» вместо первого тайма, когда играл Юнусов, сейчас играет Зуев, и вот он вступил в игру и спас от неминуемого гола свою команду, что здесь фиксирует арбитр нарушение правил, будет разыгран штрафной. Не успел сейчас футболист «Оранжа» за мячом. Команда «Строитель» будет вводить аут. Удар по воротам и еще один удар. Зуев хорошо играет в этом голевом эпизоде. Неплохо смотрится все же «Строитель». Борются футболисты, цепляются за мяч, и вследствие того, что счет не такой разгромный, пытаются они не давать сопернику бить, прессинг используют. Более плотная игра в защите. В целом задача тренера, скорее всего, они выполняют, и это отражается в результате на табло. Конечно, для победы команде «Строитель» нужно приложить архи усилия. Ну,
Наверняка у тренера задачи на этот турнир, на эту игру несколько иного плана. То есть надо отработать некую тактику в защите, благо играют команды с командой старше своих соперников. Опасный перехват, и здесь, ну как же так? Ошибки, вследствие которых и забиваются голы в этом матче. Смотрим повтор, как это было. Ну тут повнимательнее, конечно, надо играть в защите. Худайкулов. В атаке не получилось. Продолжается у нас встреча. Остается угловой, фиксирует арбитр и будут футболисты «Оранжа». Навес. Удар пришелся на защитников, и вновь будет угловой подавать команда «Оранж». Подача. Навес. Внимательно играют футболисты «Строителя» в этой атаке. А тут удар по воротам и
Зуев уверенно действует на последнем рубеже. Вновь продолжается атака Оранжа. Удар по воротам. Мяч проходит рядом со штангой. От ворот разыграли футболисты Строителя. Вновь перехват. Здесь в атаке Оранж. Обошлось сейчас для футболистов в синей форме. Удар по воротам. И угловой уже с другой стороны будут подавать футболисты. В черно-оранжевой форме. Навес, и мяч покидает площадку. Вновь угловой будут подавать футболисты Оранжа. Подача, прострел. Офсайд фиксирует арбитр. То первым на мяче. Да, тут все под контролем вратаря. Остается играть 10 минут. Строитель будет разыгрывать штрафной. Ищет адресата. Решили через дом сыграть. Но здесь вот перехват. И Худайкулов, автор двух забитых голов, сейчас стремится забить, оформить хет-трик. Вот с досадой он так хлопает. Строитель в атаке, пытается правым флангом развить атаку футболисты в синей форме. И уже левым флангом пытаются создать опасность у ворот Оранжа, но до ворот нужно еще дойти. Ну а вот оперативно действуют футболисты Оранжа, более так опасно атакуют.
А вот угловой будет подавать команда. Нет, аут будет бросать футболисты строителя. Перехват нет, обошлось, но здесь нужно на угловой, да, мяч уходит. Но у нас есть пауза, быстренько посмотреть. Шикарный гол в исполнении футболистов строителя. И блестящее завершение Рябченко. Строитель пытается активизироваться, и ну вот неточный прием, задумка, все правильно действует, футболисты, хорошая игра, в пас отслеживается, ну вот кто-то где-то упускает, здесь, по-моему, положение игры было, но арбитр дает играть, будет ли удар? Удар, и вратарь уверенно действует на страже своих ворот. Это может быть опасно. Прострел состоялся, но никто не откликнулся на него. Продолжают идти вперед футболисты строители. Отворот будет разыгрывать Зуев. Пять минут остается играть в матче. Удар по воротам. Ну, это опасно было в исполнении футболиста строителя. Напомню, в случае победы Оранж сохранит вторую строчку и будет бороться за первое место с основной командой Orange 1, сохраняя таким образом интригу в матче, интригу в чемпионате. Команда «Строитель» остается на четвертой строчке, в активе команды 4 очка. Но этот матч запомнится
команде «Строитель» забитым голом. Ну, можно еще забивать. Забивайте, ребятки. Этот матч за хорошей комбинации. Три минуты играть, есть время для того, чтобы отличиться как той, так и другой команде. Ошибка. Зуев тут уверенно на выходе действует. Ну и да, если бы не две ошибки, то неизвестно, чем бы, как бы закончился этот матч. Именно они повлияли на ход встречи. Фол фиксирует арбитр и будет опасный штрафной ворот команды «Оранж». Удар, то первый на мяче и мяч, да, залетает мяч, ворота, и на радость немногочисленной публики «Строитель» забивает второй гол. Это 3-2. Матч окончен.